Друзья, страйк, сразу два. Пам-парам-пам, пам-парам-пам. Вот он, сидит и ждет. А, правда, червивый. Нога мягкая. А раз нога мягкая, значит, его кто-то подкушал. Я не ошибся? Нет, не ошибся. Так, так, так. Вон и червячок сразу. Да, покусали его. Можно засушить, это я сейчас решу. Но второй же, вот, я вам сказал, страйк, значит, должен показать. И он, вот он. Он здесь. Он здесь. Вот такой. А дальше вон, есть еще маховичок. Один маховичок, и рядом второй. Опа! Кваснецкий. И еще один. Вот он тут же. Сразу, пока срезаю один, взгляд в сторону, а там уже и второй подрос. Оп, ножики острые. Наточил, так наточил, чтобы все грибочки срезать. Иду по лесу, собираю, ищу белые грибочки. Вот такие большие прибольшие. Вот он, хороший, съедобный царь грибов. Белый боровой. Нога у него прям как он бочоночек. Ай да белесый. Ай да белесый. Что скажете, друзья? Начало хорошее. Поехали еще. Ребята, все хорошо. Грибочки есть. Пожалуйста, не делайте вот так, а. Зачем в лесу бутылки оставлять? Ну, дома, домой отвезите. Прям противно ходить. Смотрите, какая птичка. Опа, улетел. Ту-ту-ту-ту-ту. Красавцы с коричневыми шляпками. Радует своим присутствием. Вот таким торчащим из мха. Класс. Смотрите, друзья, какая семейка маховиков. Прям один к одному растут. Опа. С одного реза сразу три штучки. Чистенькие, причистенькие. Прям самый самолет. А вот коричневая шляпа белесого грибочка. Кваснецкий, прям кваснецкий. Вот, ребятки, малюсенькие, три штучки сейчас вижу. Первый, сногсшибательный. Дальше вот второй. Видно вам? Вот он. Грибочки для маринования. И вот третий. Все рядом в кучке растут. Вот такой. Супер. Складываем. У нас уже полная ведерко. Второе притом. Но мы никуда не спешим и идем дальше за грибами. Ребята, пошел за ножиком. Я его где-то там оставил. Но я его нашел. Вот он. Чтобы срезать. Посмотреть. И тут же новый грибочек. Все, что не делается, все к лучшему. Спасибо тебе, лес, за грибы, за сумасшедшие грибы,
сумасшедшую грибалку. Ребят, нравится видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Очень важно. Для меня важно. Так, то ли крупные черви, обычно мелкие. Не могу понять. Так, не, нормально, забираем. Забираем и идем дальше. Вот какой красавчик. Белый лесной грибочек. А вот еще, а, прям кругленький какой. Лесной, но правда червивый. Эх, ребятишки, остановились мы посреди, скажем так, дороги. И у нас появились... Что? Правильно? Маслятушки. И я их сейчас буду срезать. И они без червей. Без червей. Без червей. Только где они только не растут. Суперские, суперские маслята. Ребята, я чуть до речи не потерял. Вы что, угораете? Вы видели такой белый гриб? Как вам сравнить? Смотрите, вот корзинка, а вот гриб, вот ножик, вот моя рука. Это белый переросток, но сам факт. Ребята, у меня истерика, вы видели? Хотите, это больше, наверное, моего лица, этот гриб. Для сравнения, вот эта пачка сигарет. Лежит, какое, сколько? Раз, два, три. Три пачки сигарет. Ребята, смотрите, как живописно. Да, казалось бы, речка, погода, склон такой крутейший. Хороший, может даже вниз, вниз упасть, но я не буду. Я просто хотел показать, как растут здесь грибы. Масленок, маслята. Дальше, ребята, просто я уже не знаю, я просто я не встаю. Я вот как присел и не встаю. Дальше. Вот маслята. Вот маслятки. Все вот эти маслятки, один, как один к одному. Просто. Просто один к одному. Но вот отсюда вот такой ракурс интересный. Это тот большой гриб, который забрали. Червивый, но просто я хочу его сфотографировать. А вот склон, можно идти туда вниз, к речке. А вот сами маслята. Господи, да я на них стою. Извините, пожалуйста. Просто они самые интересные. Они все без червей. Несколько попадают, некоторые попадаются червей, но большинство без червей. Вот. Не знаю, у меня нет слов. Действительно, просто, просто куча, куча грибов, которые... Я не могу встать. Ребята вперед уходят, уже ничего не собирают. Маслята, говорят, нам не нужны. Я не могу оторваться, потому что грибы, маслята с картошкой жареные. Это такое объедение, это такой настоящий прям вкус грибов. Ладно, чуть-чуть остается времени. Еще пособираем и поедем. Ребята, идем сквозь паутины по таким поляночкам. А тут они шикарные. Один по одному растут. Иногда просто семействами. Айда. Айда, грибочек. Вот так сделаем двумя руками. Покажу. Ой-о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 й. Класс. Так, беру ножик. И сразу проверим, насколько вообще белый, белоснежный. То есть даже червячок не сидел. Не пытался даже залезть. Представляете? То есть всю ножку чуть-чуть подрезать ее, порезать, и можно уже варить и мариновать. Просто шикарное, шикарный лес, обалденные грибы. Ай, класс. Друзья, все прекрасно, все прекрасно, беленькие. С шишечками. Какие шишки. А еще я вам скажу, еще лучше, прекраснее, потому что вон
вот впереди еще один такой же братан его. Сумасшедший сбор белых грибов. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, а теперь я вам покажу поляны маховиков. Их порядка 20-30 штук. Начинается, смотрите. Раз. Дальше. Два, три, четыре, пять. Дальше, смотрите. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Дальше. 19, 20, 21, 22. Вы представляете? 23. Где-то, где-то еще. Так. 24, 25, 26. О боже, друзья. Здесь что у нас? Здесь у нас ничего. 26 маховиков на одном месте. Вот такие маленькие. Класс, класс. Друзья, на самом деле их получилось больше. Сейчас при вас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок. 40 маховиков, это считай полбаночки или может, ну да, полбаночки маленькой, вот такой, нет, вот такой, пол-литровой полбаночки будет маринованных маховиков. Супер, просто супер, класс, я не знаю, помчали дальше. Ребята, тут же на этом месте еще один, совсем один, да, пока совсем один, классец. Друзья, вот еще один, еще, буквально все рядом, все, друзья, рядом, представляете, удивительное рядом. А гулять, друзья, самая комфортная температура, 20 градусов, ни жарко, ни холодно, тишина, идешь, думаешь о хорошем, о светлом, о будущем. Эх, друзья, прям реально здорово. Прям здорово, что есть такая возможность. Ох, буду зимними вечерами пересматривать фильмы и наслаждаться. Наслаждаться походом за грибами своими. Думаю, вы тоже присоединитесь ко мне. А вот подошел к месту, смотрите. Козляки. Козляки пачками. Прям большие поляны козляков. Ладно, пойду дальше. Уже за белыми. Не нужны нам козляки. Вот. Вот он. Маленький красавец. Ай да красавчики. Беленькие. Беленькие красавчики. Вот он. Красавчик. Миленький ты мой. О. Друзья, вот получается банки вместе после сбора 13 числа, 13 сентября, 12 сентября. Все это вот стоит, ждет того момента, когда поедет в погреб. Вот такие красавцы. Это беленькие. Это беленькие с такими шляпками. Это мы добавляли лимонную кислоту. Это у нас с гвоздикой в уксусе. Все это так красиво, все это симпатично. Ай да да. Так, а это у нас маховички. Маховички от 13 сентября. Вот еще маховички. Вот такие вот. Баночки беленькие, еще беленькие маховички, вот беленькие, много, ребят, много заготовили, уже со счету сбились, но зима будет длинная, а соответственно вкусная, грибная. Вот такие красавцы,
получается, после того, как их обработаешь, переберешь и замаринуешь. Вот такой скромный небольшой улов грибочков замаринованных поедет в погреб.